прокатились на местных байках и скутерах. Скип. Вон там их дропнули. Где скамеечка. Ну как дропнули, прям там на замок ставится. Видно, чтобы никто не своровал. Видишь? Сан-Франциско. Да, слушай, реально, в Лос-Анджелесе там просто дропаешь его и все. Да. Они таскают их только в путь. А тут прям на замочек надо было ставить. Это еще мы вчера гуляли, и сейчас пойдем на трамвайчике покатаемся. Аргонавт отель. Наверное, депо их. А где мы будем сидеть? На вот таких скамеечках или внутри? Не, наружу, конечно. Если не будет наружу, подождем следующих. А же никто не заставляет. Вот. А и у них еще куча древнего транспорта. Я еще когда смотрел на это все, думал, может, миски у нас тоже вот эти старые вернуть. Трамвайчики. Трактящие. Атмосферность, да? Вернуть Минск 90-х. А там были такие карусы. Не. Не деревянные, но. Ну, металлические. И что? Сам дух сапка. Постояли очередь за билетами, а теперь стоим очередь за то, чтобы сесть в трамвайчик. И вообще написано, около 30 минут надо ждать. Покажи. Ну-ну, прям переливаются. Ладно, ждем, значит. А я видел, как его перемещают. Давай, надо быстрее, быстрее, быстрее. Ох, извините. Билеты никому не нужны. Потом можешь проверить. Все.
cow, buddy. Oh, it's right here. You see it? You see it right here? You see how crooked it is? It's like 7 or 8 crooked part. Yeah, 7 or 8 turns right here. Start with this one. Yeah, yeah. People like to be taking photos from the bottom. Ah, you can see everything. Yeah, she's going. He's right. Yeah. Thank you.
есть, то ли еще. То ли можно посмотреть там. The cable car will come. Yeah. This is where the cable car resides. Down here at this corner is the cable car museum. Cable car museum and powerhouse. Cable car museum and powerhouse. Admission is free. Yeah.
ждут нас. Совсем.
Господи, нет.